царя Гороха. Где я, ваше огородное величество? Ну так вот, дай, что ты для нашего царского спокойствия сделал? Царем и был? Да нет. Разговаривал? Разговаривал. И что? Да ничего. Горох Стрючкович, ничегошеньки не добился. Уперлась Лукерия Гороховна, с места не сдвинешь. Хочу, говорит, в турне, и все тут. Какой такой турне? Отрубить ему где голову, да и дело в концов. Так отрубить-то дело не хитрое, только головы-то у него нет. Как это нет головы? Так и нет. Потому как это не человек и не зверь. Это теперь еще молодежь так называет. Путешествие на французский манер. Да, да. А ужас ты страсти ты про заграницу рассказывал? Рассказывал. Про бусурманов рассказывал. Не попадает. Бьется, батюшка. Да и народ уже по твоему указу собрался. Желающих старевню ситу составить. Много съехалось. Из трех деревень. Тогда зови царевну, попробуем в последний раз ее образумить. Царевну Лукерию Гороховну, государеву? Звали, батюшка, явилась я. Ну, доченька, вот стало быть, какой ты новогодний подарок своему родителю приготовила. Одни ужасти, да волнения. Ой, да какие тут уж волнения. Сейчас все в Новый год в турне ездят, это даже очень модно. Заладила модно, да модно. Не по моде надо жить, а по традиции. Ой, да знаю я ваши традиции, только и знаете, Новый год из пушек полить, да вокруг елки скакать, надоело. Ну а наши женихи чем тебе не любят? А где ж ты в своем царстве женихов-то путевых видишь? А Петька Комаринский. Да у него бородавка на носу. А Прохор Мухинский чем тебе не женит? Да глупый он, есть такой в солдатике играет, и ноги у него кривые. Ничем тебя не поймешь. Так значит, все-таки решила? Решила. Эх, воевода, читай указ. Да про маэстро раз в 300 с учениками не забудь. Указ его царского величества, Гороха Стручковича. Под Новый год прибыть во дворец делегации точек до сынков из деревенских, дабы устроить соревнования в плясках, гуляниях и прочих галантностях. Которая делегация лучше себя и покажет, та и будет свитой старевной Лукерии Гороховной в ее новогоднем путешествии. Для онной соревнований пригласить маэстро танцев раз, два, три, за, со учениками. Подпись, царская печать, круглое число вчерашнее. Ну смотри, царевна, как следует себе свиту убирай. А то он не ровен час осрамится, свита твоя, да и ты вместе с ней перед принцами заморскими, так в девках и останешься. Волнение. Так, это как там по-вашему будет? Мерси, пардон? Значит так, ты, маэстро, задание даешь деревенские парни, да девки, те задания выполняют. А мы, воевода, царевна и я оцениваем, которая... Что новогодний праздник? Музик, пожалуйста. И пусть она звучит не смолкая. Весь наш новогодний праздник. Итак, мои юные друзья, вы решили отправиться в новогодний турне. Я посоветовал бы вам отправиться в деревню хутор Диканька. Танька! Наша команда Танька! Приходит муж домой, выпивший, но не совсем пьяный, в очередной раз он пытается обмануть свою жену. Что опять с тобой там было? Сейчас я иду, смотри. Коля себя пьяный, ходит.
Только ножки скушать. Ага, удачи. Ах, он не кормит! Да он при тебе. Где при мне? Да на носу у тебя.
Не в лицах, не бывальщина, да не слыхальщина. Какой месяц поручить всех?
Ваша я. Что налить? Как нужно выгнать с 10-метровой лестницы и не разбиться? Можно прокатиться по перилам. С первой лестницы. Команды не знают, зрители хотят помочь вам. Как может яйцо пролететь 3 метра и не разбиться? Пронести его. Надо его кинуть на 4 метра, первый тренер пролетит. Учитель географии постоянно узнает. А это надо спросить учителя географии. Потому что его услышит какой-то. Повтори. Нет, да, это наш мальчик, сюда тише горит, такой редко. 11 класс, ваш вариант. Так они задают. А, вы задаете. 9. Это им подсказал. Так они что делают? Так, ваш. Ваш вариант, там что не сказали. Как вы думаете, что здесь изображено? Это наши мальчики в темноте курят. Что сверху корнем растет? Что сверху кверху корнем растет? Что кверху корнем растет? Так, пожалуйста, вас. Так, сосулька. Надутый мешок, что это? Повторите, пожалуйста.
Надутый мешок, что она там? Это дирижабль. Двоечники надуты, а внизу пятерочники. Девятый класс, дирижабль. Здесь такой ваш вариант ответа. Двойки наших отличных, отличников и пятерки двоечников. Послушайте результат. Десятый класс вначале ручку заработал, а 11 и 9 по одной. Такое бывает редко, но все-таки бывает. И особенно, когда капитаны команд соревнуются. И так конкурс капитанов. Так, уважаемые капитаны, пожалуйста, от всех трех команд. Да. Не бывальщина, не слыхальщина. Итак, вот наши достопочтимые капитаны команд. Самые умные, самые сильные, самые эрудированные. Называть не буду. Прежде всего, мы с вами сейчас тщательно и основательно подкрепимся для того, чтобы отправиться на мозговой штурм. Итак, предлагается каждому капитану вот такие вот ставки красивые. Чуть ли не
сказать, в умственном плане. Я вам загадываю загадки, кто быстрее ответит. Что можно видеть с закрытыми глазами? Сон? Да. Какой город парит в воздухе? Орел. Орел. Не подсказывать, иначе буду менять. Как не берегутся, все равно растрясутся. День, день. По черной земле белый заяц пробежал. Вот зайца. Снег. Нет. По черной земле белый заяц пробежал. Мел по доске. За что ученика выгоняют? Вот. За поведение. За дверь! Подсказки не нужны. А теперь ситуация такая. Я предлагаю вам деньги в лучшем. Итак, я раздаю вам деньги. Больше не будем, даже не думайте. Все теперь будем есть мы. Так, предлагаю вам такие фигурки, что бы это значило. Дается время, минута, обыграть ситуацию. Что бы это значило? Итак, музыка, можно посоветовать? А можно изобразить человека, пнувшего
наступаешь на кирпич. Что с ним случилось? Что ты получаешь от этого? Как он себя чувствует? Я тебя любить буду, я тебя.
Давайте. Вот по ребенку.
выпьем? Давай, Марфа! Хватит! Хватит! Ты мне побольше наливай! Тебе там маленько отдай! Там ты, томаты где? Ну давайте выпьем, баба. Мне тут много мало. Давай. Ну, на Новый год. Вода Thank you.
Поэтому призы получает каждая команда одинаковые.